украл под шумок, пойдет под суд. Полиция задержала 19-летнего пермяка, похитившего вещи у бармена во время драки у питейного заведения. Инцидент произошел поздним вечером в одном из кафе на площади Восстания в Мотовилихе. В разгар вечеринки между клиентами началась потасовка. Гости заведения вышли выяснять отношения на улицу. Воспользовавшись тем, что в помещении никого нет, один из клиентов перелез через барную стойку и забрал 8000 рублей, а также телефон. Вещи принадлежали сотруднице кафе. Спустя время она обнаружила кражу и позвонила в полицию. Момент преступления попал в объектив камеры, установленной в заведении. Благодаря записям видеонаблюдения сыщики установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 19-летний юноша. Пермяка задержали и доставили в дежурную часть. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. Юношу заключили под домашний арест.